Фрагменты из книги «Дорога тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму». Издательство «Крым. Симферополь. 1966 год». Кафа Солдая Чимбало. Колония итальянских торговых городов в средневековом Крыму. Как возникли колонии генуэзцев в Крыму? В середине 13 века произошли существенные изменения в международной торговле. До этого важнейшие торговые пути, связывавшие страны Западной Европы с Востоком, проходили через портовые города Сирии и Палестины, где еще с конца XI века в результате крестовых походов утвердились западноевропейские рыцари и через гавани Египта. Во второй половине XIII века крестоносцы потеряли свои владения в восточной части Средиземного моря, торговые пути частично переместились к берегам Азовского и Черного морей. Вот тогда-то и появились в Крыму венецианские и генуэзские колонии. В сочинении флорентийца Пиголотти первой половины XIV века подробно описывается сухопутный путь от устья Дона до Китая. Он шел из Таны, Азова, через Астрахань, Сарай на Волге и далее в Среднюю Азию и Китай. Карл Маркс в хронологических выписках указывает, что около 1340 года в Италии знали точно все путевые станции от Азова до Китая. В крымских портах разгружались суда с товарами из Передней Азии, Египта, Византии, стран Западной Европы и караваны из Золотой Орды, Средней Азии и Китая. Одновременно Крым являлся связующим звеном в экономических и политических отношениях Византии и славянских государств Балкан с русскими землями. Поэтому не случайно Крымский полуостров становится объектом агрессивных устремлений не только монголо-татар, но и двух конкурентов – Венеции и Генуи, крупнейших итальянских торговых республик, которые на протяжении многих лет с переменным успехом вели непримиримую борьбу с Византией за черноморские торговые пути и рынки. Первое время перевес имели венецианцы. Четвертый крестовый поход – 1202-1204 годов, в организации которого огромную роль сыграло богатое купечество республики Святого Марка, так называлась Венеция в средние века, привел к разгрому Византии и захвату крестоносцами Константинополя. Значительная часть столицы империи и ее предместья, лежавшие на путях из Средиземного в Черное море, оказались в руках венецианцев. Их корабли получили возможность свободно плавать по Черному морю. Итальянские источники говорят о торговле венецианцев в Крыму, в Солдайе, Судаке, уже в первые годы после Четвертого крестового похода в 1206 году. Из сочинения знаменитого путешественника Марко Поло, вторая половина XIII века, видно, что Солдайя была хорошо знакома венецианцам и часто посещала ими. Но если Венеция сумела извлечь для себя большие выгоды из Четвертого крестового похода, то главный ее враг и торговый соперник Генуя понес от разгрома Византии большой урон. Венецианцы добились изгнания генуэзских купцов из всех захваченных крестоносцами земель. Поэтому Генуя пошла на сближение с врагом Венеции, Никейской империей, греческим государством Малой Азии, ставшей центром сопротивления византийцев-крестоносцам. В марте 1261 года между никейским императором Михаилом Палеологом и генуэзцами был заключен договор, по которому провозглашался вечный мир между Византией и Генуей. В случае возвращения Константинополя под власть греков генуэзцам предоставлялось исключительное право плавания и торговли на Черном море. В июле 1261 года войска Михаила Палеолога овладели Константинополем. Это событие явилось тяжелым ударом для Венеции. Венецианский квартал в столице Византии был сожжен, а территория его передана генуэзцам. С этого момента и начинается генуэзская колонизация Северного Причерноморья. В распоряжении исследователей истории генуэзских колоний в Причерноморье имеется ряд письменных источников. Прежде всего следует назвать уставы генуэзских колоний на Черном море, составленные в Генуе в 1290, 1316 и в 1449 годах, а также архив Банка Святого Георгия, который содержит богатейшие, до сих пор еще полностью не изученные документы, освещающие жизнь генуэзских колоний в последний период их существования.
Важным источником по ранней истории генуэзских колоний при Черноморье являются нотариальные акты, составленные в Кафе, Салдае и Константинополе в конце XIII века. Интересные сведения по истории генуэзских колоний в Крыму можно почерпнуть из описаний арабских, персидских и западноевропейских путешественников, побывавших в Кафе и Салдае в XIII-XV веках. Много ценных сведений дают византийские и русские источники. Известный интерес для историка представляют эпиграфические материалы, надписи, высеченные на каменных плитах и стенах башен генуэзских крепостей, и сами остатки этих крепостей, сохранившиеся в Феодосии, Судаке, Балаклаве и других местах. История генуэзских колоний в Черноморье уже давно привлекала внимание как русских, так и иностранных историков. Дореволюционная наука накопила большой фактический материал, выяснила вопросы, связанные с пребыванием генуэзцев в Крыму, в частности, взаимоотношения их с крымскими татарами и так далее. Однако буржуазная историография, как правило, преувеличивала роль и место генуэзцев в истории Крыма, часто изображая полуостров до появления на нем генуэзцев как дикий край, где бродили лишь орды кочевников, и якобы только генуэзцы создали тут цветущие торговые города и поселения. Многие историки непомерно идеализировали генуэзцев, рисуя их созидателями высокой культуры, носителями справедливости, неподкупными защитниками права и так далее. Внимание сосредотачивалось на внешнеполитической истории генуэзских колоний и истории их административного устройства. Социальные же отношения, господствовавшие в колониях, оставались чаще всего вне поля зрения. Точно установить время основания в Крыму генуэзских колоний пока не удалось. Не сохранилось ни одного документа, указывающего, как и когда генуэзцы овладели Кафой. Первое известие о генуэзской колонии в Кафе относится к 1289 году. К этому времени принадлежат дошедшие до нас нотариальные акты Кафы. В 1290 году был первый устав Кафы. Это говорит о том, что к концу XIII века генуэзцы сделали Кафу своим главным опорным пунктом в Крыму. Они не могли получить ее без содействия со стороны татар, к тому времени ставших уже хозяевами большей части полуострова. Возможность сбывать захваченных во время войны пленников и обменивать продукты скотоводства на заморские товары, а также большие выгоды, которые можно было извлечь из таможенных пошлин иностранцев. Таковы мотивы, побудившие татарских правителей дать разрешение генуэзцам на основание своей колонии. Однако генуэзцам не сразу удалось стать монополистами морской торговли Крыма. В 1265 году Византия заключила мир с Венецианской республикой, и венецианцы снова получили доступ в Черное море. Опорным пунктом венецианцев в Крыму на время стала Салдая. В 1287 году здесь даже сидел венецианский консул. В 1296 году венецианский флот вторгся в Черное море. Ряд генуэзских кораблей был захвачен. Венецианцы осадили и после продолжительного сопротивления взяли Кафу. Но их торжество было временным. После ухода из Черного моря венецианского флота генуэзцы вернулись в Кафу. Однако венецианцы еще сравнительно долго оставались в Крыму, имея в Салдае свою факторию. Кроме того, в первой половине XIV века им удалось приобрести квартал в важнейшем торговом пункте и устье Дона, Италии, нынешний Азов, где обосновались в это время и генуэзские купцы. Борьба генуэзцев с венецианцами переплеталась с борьбой представителей обеих итальянских республик с татарами. Хотя торговля с Генуей и Венецией приносила татарской феодальной знати немалые выгоды, взаимоотношения между татарами и итальянцами отнюдь не всегда отличались мирным характером. Богатство приморских городов Крыма привлекали жадные взоры кочевников. В XIV веке Кафа несколько раз подвергалась нападению со стороны татарского войска. Татары осаждали Кафу в 1308, 1344, 1347 годах. Во время одного из таких нападений генуэзцы вынуждены были покинуть город и вернулись с него лишь несколько лет спустя. Во второй половине XIV века, воспользовавшись раздорами в Золотой Орде, генуэзцы значительно расширяют свои владения в Крыму. В 1357 году они захватили Чембало,
современная Балаклава, а в 1365 овладели Салдаей, она же Сураж, крупным торговым городом Крыма, который поддерживал тесные связи с русскими землями, в частности с Великим княжеством Московским. Вместе с Салдаей генуэзцы захватили большой сельский округ, в состав которого входило 18 деревень. Эта территория составила Салдайское консульство. В административном отношении оно подчинялось Кафе. Несколько позже, в 1381 году, генуэзцы по договору с татарами, заключенными после разгрома русскими татарских полчищ Мамая на Куликовом поле, что значительно ослабило Золотую Орду и заставило ее правителей быть более уступчивыми по отношению к генуэзцам, окончательно закрепили за собой 18 деревень Салдайского консульства на юго-восточном берегу Крыма. Кроме того, они учредили еще так называемое капитанство Готию на южном берегу. Таким образом, во второй половине XIV века генуэзцы утвердились на большом пространстве Крыма от Чимбала до Кафы. Впоследствии они распространили свою власть и до Керченского пролива, Боспора. Главным торговым и политическим центром генуэзцев на Черном море была Кафа. Через Кафу шла транзитная торговля товарами Востока и товарами, которые доставлялись в Крым на русских, из русских земель. Большую роль играла торговля сырьем и продуктами самого полуострова и прилегающих к нему территорий. Основными предметами генуэзского вывоза из Крыма была рыба, соль, невыделанные шкуры, воск, а также икра и хлеб из Прикубанья. Генуэзская торговля с Крымом носила, как правило, неэквивалентный характер. Генуэзцы устанавливали максимально низкие цены на местные продукты и сырье, а привозимые ими товары, ткани и предметы роскоши старались сбывать втридорога. Важной статьей генуэзского вывоза из Крыма были рабы. Известно, что в средние века рабский труд довольно широко применялся в домашнем хозяйстве феодалов и купцов и частично в ремесле и сельском хозяйстве. Поставщиками рабов были крымские татары. Развивая работорговлю и превращая Кафу в крупнейший невольничий рынок на Черном море, генуэзцы стимулировали разбойничные походы татар на украинские, русские и польские земли, на Кавказ и таким образом содействовали опустошению этих областей кочевниками. Анализ нотариальных актов Кафы свидетельствует о том, что уже с конца 13 века Кафа являлась не только крупным торговым городом, но и ремесленным центром Крыма. Ведущее место в ремесле занимало судостроение, которое в средние века объединяло целый ряд ремесел. Здесь работали кузнецы, плотники, конопатчики, ткачи, лудильщики, батифолии, ремесленники, изготовлявшие металлические части кораблей. В Кафе можно было встретить скорняков, выделывавших мехи на экспорт, кожевников, гончаров, мясников, булочников, сапожников, которые обслуживали горожан и окрестное население. Генуэзские власти жестоко эксплуатировали ремесленное население. Они облагали высокими налогами мастерские и захватывали в свои руки сбыт изделий. В отдельных ремеслах, например, в судостроении, были признаки цеховой организации. Среди ремесленников Кафы происходил процесс социального расслоения. Документы отмечают наличие хозяев мастерских и их наемных работников. Этнический состав населения генуэзских колоний в Крыму отличался большой пестротой. Здесь проживали армяне, греки, татары, сарацины, арабы, сирийцы, венгры, евреи, болгары, румыны. Генуэзские источники, относящиеся к 1316 году, упоминают русские церкви в Кафе. Следовательно, и русские люди составляли часть постоянного населения города. Интересно отметить, что знаменитый русский путешественник Афанасий Никитин в 1472 году возвращался из Индии на родину через Кафу. Пребывание русских гостей и купцов в генуэзских колониях, в частности в Кафе и Салдае, прослеживается вплоть до захвата Крыма турками. Однако в неспокойной обстановке того времени жизни и имущество торговых гостей подвергались большой опасности. Известно, например, что в наставлении московскому послу, направлявшемуся в Крым в марте 1474 года, содержалось предписание вступиться за русских купцов в Кафе, имущество которых было конфисковано генуэзскими властями в качестве возмещения за нападение казаков на генуэзских купцов где-то по дороге в русские земли.
Спустя год, в марте 1475 года, посол вынужден был поднять перед генуэзской администрацией вопрос об ограблении и убийстве русских купцов.